В МВД Почувашской республики отмечают, что единый день голосования прошел без чрезвычайных происшествий. Сотрудники полиции были задействованы не только на обеспечение безопасности граждан в день проведения выборов, но и на охрану избирательной документации. В единый день голосования, проходивший на территории Чувашской республики, было задействовано на охрану общественного порядка свыше 3000 сотрудников органов внутренних дел. Существенных нарушений, которые могут повлиять на итоги избирательной кампании, не допущено. Работу полиции на выборах оцениваю на 5 с плюсом, так как была проведена огромная подготовительная работа. Выборы – это очень серьезное мероприятие. Оно проводится на деньги налогоплательщиков. И я считаю, что все, что связано с бюджетными деньгами, должно быть в рамках действующего законодательства. Несмотря на то, что большое количество сотрудников органов внутренних дел было задействовано в мероприятиях, всем им была предоставлена возможность исполнить свой гражданский долг и проголосовать.